Эй, стой, здесь люди! Ты жив? Ну да. Ну как это так? Номер красивый, какой-то может быть подментованный товарищ. Это вообще так ездить нельзя, граждане. Ну звоните в полицию, что? На кого наехали, звоните в полицию, номер записан. Что там отлетало у него? Дергать? Слушай, ну дальше... Слов нет. А ты говоришь пропускать. Как пропускать ну, такие? Конечно, надо оставить, потому что потом... Жизнь какая-то. Так, кто стоял перед машиной, кто наехал? Не меня. Звони. Ай-яй-яй-яй-яй, беги отсюда, беги. Рам спугнули. Ну куда? Куда ты приехал? Остановишься? Ага. Ты остановишься. А вы нас извините, вы что здесь забыли-то? Да подожди, давайте пообщаемся. А там следующий на очереди просто, Андрей Сергеевич. Куда ты жизнь спасаешь? Какой адрес есть? Андропова 48, да? Свидание с группой. Андрюх, какой тут? 48? 39. 39, строение 40. Да зачем? Вдвоем просто одну взяли и все, и принесли. Куда ставить-то? Я ему говорю, куда ставить-то? Он говорит, да подожди ты. Я говорю, куда ставить-то? Да подожди ты. Да подожди ты. Да нет, наверх. Вон там едет как раз сейчас. Вот сюда, вот сюда. Вниз лучше, они соскачут прямо на них. Ага, 007. А что мы здесь делаем на тротуаре-то, а? На тротуаре что мы делаем? Нарушаем. Вернитесь, пожалуйста, на дорогу. Ну вот, честно признался, нарушаем, говорит, активисты и нарушитель. Ага, выглядывает из-за угла. Место. А, вот негодяй раз. Негодяй два. С таким чудесным номером. Это газон разбить. Вот уже все часто, когда они проезжают. Вот это идеальный вариант показать. Люди стараются, Зеленков, все разбили. Да. Ну, эти помощников к вам привели. Молодцы. Спасибо. А что ж нас ДПС? Вызвали, пригласили, что-то не хотят. У них акценты другие. Ну, видимо, да. Это же не денежное место. Общаться, негодяи. Куда ты по тротуару? Остановитесь! А, тормози. Что там такое? Ай, сферы. Ай. Куда ты едешь, а? Мужчинка, куда ты едешь? Это тротуар, представляете? Что вы здесь делаете? Да? Негодяй вы. Скажи папе, чтобы так больше не делал. А где вы номер потеряли? Еще ребенок не пристегнутый на переднем сиденье. И вот он 004. А что вы делаете на тротуаре, а? На тротуаре что делаете? Что забыли там? Товарищи негодяи. Остановитесь! Стой! Опаньки! Опа, пулечки! Удачненько. Да, мгновенная карма, действительно. Да. Мгновенная карма. 0.53. Андрей Сергеевич, подвернитесь ко мне. Что происходит, скажите? Да очередной негодяй, попросит полиция, куча активистов.
Давай. Стоим, Шкода стоим. Остановитесь! Шкода 231, остановитесь! Вообще бессмертный какой-то, испытывай себе силу. Давайте его оформим за наглую езду по тротуару. Что там, друзья наши? Товарищ, талон, который дает право негодяям ездить по тротуару. А, вот вы, да? То есть вам талон дает право, как негодяю, ездить по тротуару, правильно я понимаю? Угу. Запомните это лицо. Лицо негодяя. В обратную сторону тогда. Со спецталоном по спец. На дорогу не пускаем. Так. Да тут просто трафик какой-то. Останавливается Toyota. Приносите, пожалуйста, инспектора сюда к нам. Пусть пропустит этого, чтобы он в обратную сторону проехал. Нет, этот пусть уедет. Только не на дорогу, Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, не на дорогу. Стой. Куда ты человека давишь, эй? Toyota стоим, сказал. Остановитесь, к вам идет инспектор, остановитесь, вы нарушитель. Можете проехать туда, там оформляют. Давайте вы проедете туда. Прямо налево к инспектору подъезжайте вот сюда, к машине патрульной. Впереди встаньте, что налево. А кто сегодня говорит, что голова? Андрей. Часто на тротуаре с машинами? Да, постоянно. Вас не сбивали, я надеюсь, все в порядке? А я иду вот по середке, как я иду. Ага. Надо ему проехать, пусть останавливается и ждет, пока я не... Правильно, да. Молодец. Мы сегодня здесь творим добро. Геннадий, вы не в ту сторону снимаете. Угу. Здесь очередь на оформление. Вы постойте, сейчас вас оформят. Хорошо? Здравствуйте. Здесь закрыли дорожку. Поэтому МВДшные машины поехали через парк. Мало того, я вас ваш подписчик полтора года. О! Отлично. Это вам не дает скидку. Это вам не дает скидку, слушай. Вы на 100% делаете все абсолютно правильно. На 100%. Ну не всегда. Еще раз. Ну я для себя, я вас смотрю канал, вы отважные люди. Я на 98-99% полностью с вами согласен, все смотрю там и так далее. У вас беспредел в этих торговых центрах, то, что происходит сейчас. Во-первых, вы информируете людей о том, что происходит очень вопиющие вещи, когда люди в автосалонах. Я знаю ваши все ролики, я могу рассказать. А что здесь? Мы тебя ждем. Покурил, такой бросил бычок на газон, помимо того, что он его хайдакал еще. Еще и вот я не знаю, есть у людей вообще совесть, что ли? Что? Ну, проблема, да. Поехать и оформиться. Они готовы были к ответственности, поехав по тротуару. Чего они бегут-то? Вот, пожалуйста, езжайте, там ответственность. Ой, стесняшка. Стесняшка. Проходи. Отлично, да. Вот так. Каждый день так хожу. По обочине. Да. Кошмар какой. Надоело. Негодяи. Решили подержать, чтобы они в свое время все убили. Сейчас сотрудники ДПС еще подойдут, да, их оформят. Мы знаем, да. Это мы их вызвали. Молодцы. Спасибо вам. Вам спасибо. Вот, жалко они не здесь разворачивались, а? Здравствуйте, а мы вам тут вот
Вот, пожалуйста, вам тут. Работенки чуть-чуть. Правильно. Да. Хороших людей надо знать в лицо. Хороших людей, да. А вы фото или видео делаете? Я видео. Блин, а я улыбаюсь. Правильно. Ну что, зубов нету. Все хорошо. Они все на месте? На ней есть. Есть, молодцы. Это вы молодцы. Не делайте так больше. Просим вас. Все больше не будет. Исправиться будет, наверное. Остановился. Молодец. Так это статья. Я наставь его. Не бей. С этой стороны заклеит, там отвалилось уже. Дурачок. Просто дурачок какой-то. Спереди закрой! Спереди! Надо же, бывают же такие, а? О, и вот так вот людей сбивать, да, на тротуаре? А, какой вы негодяй-то, а? А вы что здесь делаете, а, мужчина? Так. Так. Мужчина, что вы здесь делаете? Это тротуар. Это тротуар, вы в курсе, да? Да. А зачем вы здесь? Хотел объехать. Ну подождите, сейчас тогда оформят вас, потом поедете. Я же говорю, подождите, стойте, стойте. Куда вы поедете? Подъеду, там же оформлю просто. А, пожалуйста, да, туда можно, да. Все равно жопу контролируйте. Так, керлинг по-русски. Звуковое сопровождение красивое. Культуры пропускать скорых у нас нету. Забита вся выделенка у нас негодяями. Это бы куда это так? Так не надо ездить. Не надо так ездить здесь. Здрасте. Это как это вы? Вы задом туда. 8-925-150-02-06. Вот написано, вам мешает моя машина, позвоните. Давайте позвоним водителю и скажем, что моя машина, ваша машина нам мешает. Вы здесь каким, собственно говоря, макаром, молодой человек? Вам больше снимать нечего, ребят? Ну нет. Вот пока вы есть, нам есть честно. А так плохо можно. Как зовут? Сергей. Никогда! Никогда не езди по тротуару, там ходят люди. Мне вот один негодяй по имени Максим на ногу наехал. Вот хожу, хромаю. Не хотелось бы, чтобы это повторялось ни со мной, ни с кем-то еще. Сейчас ждем полицию, оформляем больше так. Большое спасибо, ребят, всем вам, что пришли на наш рейд. Вы отличные, неравнодушные люди. Благодаря вам мы здесь сегодня творили добро. Как показывает практика, если борец за добро один, ему наезжают на ногу, если их двое, его сбивают, но когда нас много, тут уже прям веселье и никакого беспредела. Не, ну был сегодня небольшой беспредел, конский даже, я бы сказал, беспредел, но все благополучно, я думаю, с помощью полиции разрешится. Приходите на наши рейды, творите добро сами, снимайте видео, отправляйте видосики в ГАИ, никого не бойтесь, правда, всегда победит. Еще раз всем огромное спасибо, а теперь машем ручками!